10 раз по 7, но я вам дал 6 раз по 10. Не бросать. Я 10 раз сделал. У меня 3. А, я дал 10 секунд. 6 раз по 10 секунд. Парни, терпите. Потерпите немножко. Сейчас жар пропадет. Вы не переживайте. Сейчас еще, может, дождь пойдет. Вы в курсе? А он уже был сегодня. Уже был? Да. Сейчас еще как дождь пойдет. Я просто с Саратова приехал, дождь не видел. Но еще как-то не А звонил. Вы сами в Энгельсе или в Саратове? Ну, я сам покровчанин, но живу и в Саратове, и здесь. Угу. Где моя помощь нужна, я там живу. Ух, 20 секунд. Я человек мира. Еще делаем. Артем, надо тянуть ниже, возьмись. Вы должны реально я порвать все. Полотенце. Прям взять, прям прорвать его. Кто порвет полотенце? Вот кто сейчас может его надорвать? Вот в таком действии. А давайте конкурс проведем. Кто порвет полотенце, для тот не делает силовую. Вот смотрите. Если сейчас вы в таком положении, которое я показал, вам получится хотя бы его надорвать, полотенце, сегодня занятие для вас, для всех будет подарочное и свободное. Вот что хотите, что делать, тот не балуется. Так ты просто попробуй. На самом деле, Семен, я тебе подсказку дам, никто не сможет. Но вы хотя бы попробуйте. Никто не сможет. Даже я не смогу порвать. Попробуй, Матвей, попробуй. Просто силу покажи. Оно должно захрустеть, оно должно прям... Ну, если один слой, то можно. Так, мы же специально его свернули в 5 слоев. Я вам специально там... Может, в один слой. Нельзя рвать так руками, не. А то у нас был Никита, вернее, он сейчас приедет, опять будет. Он начал пилить, кусать, там пытался вот так вот разорвать. А Никита, как бы сестрой еще, да, Марина? Нет, я Никита, сделал, Моисеенко. У меня сделали? Не получится, у меня даже вот так. Нормально. Парни, теперь, сейчас, это трудно, да, теперь смотрите. Сейчас, пожалуйста, мы сейчас переходим, силовая часть будет стоечка на руках у стены. Полотенечко перед собой вот сюда отодвиньте. А можно, пожалуйста, мне на стойку? Сейчас, погоди. Вот сюда полотенечко, каждый перед собой полотенечко. Ой, погодите. Чтобы не было больно голове, вы его поставите под голову и на голове. Сейчас давайте стойку на руках сначала, держи. Знаете, как постелить, Матвей? Семен, смотрите, чтобы не было больно, просто берете вот так. Отойди, пожалуйста. А можно, пожалуйста, не у стены? Сейчас объясню, почему. Смотрите, парни. Я вообще. Держи. Аккуратно. Я на голове. Смотрите, парни. А Семен, чуть-чуть отодвигаемся, потому что там деревяшки. Артем, Матвей, смотрите, фокус. Я хочу, чтобы вы это попробовали сделать, но это будет, блин, это для взрослых испытаний. Ладно, я вам разрешу его сделать. Смотрите, встаете. Встаете. Ого, вот это уровень. Это для взрослых. Но если вы получится, у вас там... Будет нет, мы же сегодня укрепляли же голову в стенку. Ну и что? Смотрите, вот какая штука. Парень, смотрите. У вас покраснеет. Шея, да, смотрите, как шея напрягается. Это укрепление шеи и спины. Вот так постоите хотя бы 5 секунд, 5 раз по 5 идите. Но если так не получится, то с руками. 5 раз по 5. Сергей Геннадьевич, 5 раз. Давай, держи. 5 раз по 5. Не заваливайся. Пробуем. Падать в сторону нельзя, можно только на стенку облокачиваться и вернуться ножками назад. Матвей, ножки поднимай, стенку прям упирайся. Я вот так. Смелее, Матвей. Вот так. Оп. Владимирский центр. Сергей Геннадьевич. 5 секунд вернулся, потом еще раз 5 секунд вернулся. Матвей, возвращайся, ножки обратно. А кто сейчас пухнул? Не знаю. Артем, ты напукал? Нет, вроде да. Артем, ты что? Артем, это ты, кто понюхал, тот напсюхал. А, значит, на Семена перевалили. А у Семена сегодня день рождения, ему можно сегодня пукать. Семен, если ты сможешь выйти стойку без рук, просто на голову встал, на голову, это очень хороший момент. Просто без рук, прям на голову встал, хопа, вышел. Попробуй. Парни, 5 раз по 5 секунд. Даже сам толчок надо убрать руками. Ты просто как на голову уперся и прям отталкиваешься. Да, вот ты встал на голову и толкаешься. Я смог. Смог? Сейчас смотрим на Семена, Ноги распрямляй. Толкай. Во-во-во-во-во-во-во-во, не падать. Я понял. 5 раз по 5 секунд. Потом из этого положения с упора головы можно кульбит делать. То есть, когда мы руками делаем, просто на голову шик, и через голову как-то спокойно. Вильтухом. Помогите! Что случилось? Семен, кто помощь просил? Семен.
О, держи, Артем, еще надо тихо. Я не хочу делать. Не хочешь сделать? Я сделал. Тяжелое упражнение? Нет, ты не делал. Он 3 или 2 раза делал. Матвей, тяжелое упражнение? Нет. Погоди, что случилось? Ну-ка покажи, что случилось. Встань на голову. Ручками упирайся. Зачем тебе без рук не надо? Ты маленький еще. Это они чуть постарше, им можно. Упирай, сейчас получится. Только смотри, ты слишком далеко. Давай, нет, попробуй. Да, ты помнишь, мы стояли вот так вот. Давай, попробуй. На руках. На руках. Поднимай ножки. Толкай смирее прям в стенку. Толкай в стенку. Да блин. Все. Держись. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращайся. А ты, видишь, распереживался. Говорит, я не смогу. Смогли? Да я... Нет. Семен. С руками. А ты хочешь без рук? Ну вот пока смотри, вот без рук у Семена Суханова, видишь, он пробует без рук. Я тоже могу. Ну попробуй, покажи. Смотри, как ребята сейчас делают. Вот живот только, то делай, все получится. Пробуй, получится. Сейчас я тебе помогу, я тебя придержу. Сделали? Сейчас еще раз, Матвей попробует. Вижу Артем, вижу Семен сделал. Ножки поднимай, до стенки, толкайся в стенку. Еще, толкайся. Тихо. Ручки поднимай. Держи, напряги шею. 1, 2, 3, 4, 5. Опускай ножки. Видишь, а ты переживал. Так, ну что, ребятня? Не могу. Да хорош. Ну да, ты что, я же тоже, вот, допустим, элементы, которые сейчас делал, я же тоже не сразу, я эти элементы полгода учил. Что, Семен, он распереживался, да? Полгода. Что переживать? Я тебе отвечаю. Иногда Матвей. Я с руками только так могу дать. Наверное. Продержаться. Да, могу продержаться даже... Ну, а что переживать? Давайте, парни, по 2 кубика. Сейчас мы переходим на силовую часть. Погоди, полотенчик оставьте. Я хочу на руках. Давай. Все, можно не держать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Молодец. 8, 9, вижу, Семен, вижу. 11, 12, 13. Отжался. 14, 19, от стены еще погоди. Он отжался от стены. Ой, 26. Ну 30 как бы, ладно. Берите два кубика. Блин. Он отжался. Смотри, смотрим. Семен. Ковалев. Он знаешь, как сделал? Он сначала вышел в стойку на голове на руках и выжил. Попробуй всем покажешь еще раз. Матвей, Артем, смотрите. Я не хочу, я. Да ты. А, ну давай на балансере пока, постой. Матвей. У тебя же получилось. Ты же 30 секунд продержался. А у меня стойка просто. Ну, стойка на руках. Ты же 30 секунд продержался. Я не могу. Смотрите. Ты же 30 секунд. Ну, ты на голове уже хочешь? Мы сегодня потренируемся. Сейчас. Я смотрю. Я думаю, как на кольцах у меня есть кольца, я бы бухнулся. Упал? Нет. Ударился? У меня там есть такая стена. Кубики бери, Артем, кубики бери. У меня с ней кольца рядом, и я вот так. Ты в стену ударился, что ли? Бух-бух. Вот так. А, в смысле, ты когда переворачивался, затылком об стену? Да. Бух-бух. Да, как вы показываете. Берите два кубика. А, когда я ударился, берите 2 кубика, пожалуйста, возьмите, парни, в темпе. Да, сейчас потихоньку, берите по 2 кубика. Вот и так, я у себя так. Разбирайте кубики. Артем. Где хоть палки снять? Да. Ну, потерпите чуть-чуть сейчас. Я не хочу. Хочу терпеть. Терпеть? Ну, да. Это, блин, братан, упорствует труд, все перетрут. По 2 кубика возьмите, я пожалуйста. Осталось последний подход. Нам сейчас перетрут. Я самые сложные, я маленький. Да, подтягиваться еще надо. Я самые сложные. Вот берите эти. По 2 кубика. Я самый сложный. Молодец. Берите, самый пожалуйста, сложный. По 2 кубика. Возьмите, я на парни. Сложных могу. Пожалуйста, упор лежа принять. Артем, это самые легкие. Взяли, упор лежа принять. Парни. Это я. Давайте каждый счет по 10 раз. Лады? Каждый счет по 10 раз. Лады? Артем, рядом с Семеном вставай. Матвей рядом с другим Семеном. Вставайте рядышком. Считает, первый у нас считает самый маленький Матвей. Потом считает именинник Семен. Потом считает друг именинника Артем, потом считает друг и брат именинника и одноименец Семен. Лады? Поехали. От зеленки отодвинься чуть подальше. Матвей, ты первый начинаешь считать до 10 и все отжимаемся. Только не быстро. Только не торопись, пожалуйста, ладно?
Что случилось, брат? Жарко? Сейчас снимите, сейчас снимите. Нет, я не знаю. А что случилось? Тихо. Ты что случилось? Погоди. Что такое? Рассказ. Успокойся, погоди. Вздох, выдох. Ты вспомнил, как ты бубух об стену? Нет, а что такое? Ударился, покажи. Бубух об стену. Нет, бывает. Тихо, парень, просто хороший. Просто бубух смешной слово. Словно бубух это смешной, как бабах. Хватит Артем с машинкой. Голова заболеешь? То, что он смеет. У тебя самые крутые кубики, что ты переживаешь. Они, видишь, они такие поджаристые. Ты не хочешь отжиматься? Как бекончик. Давай не отжиматься. Не будешь отжиматься? Хочешь, иди умойся сходи. Не поешь? В туалет сходить, умыться, попить. Нет, конфету будешь? В честь дня рождения мы сегодня празднуем Семеновский день. Конфету тоже не будешь? Я в конце только тренировки буду. Что случилось? Ножницы хочешь подержать? Опасные ножницы, но для взрослых. Подержал? Нормально. А знаешь, как ими пользоваться? Ну, это только там что-то не делают. Это ребята просто, они взрослые, они так прикалываются. Ты потом вырастешь, тоже прикалываться будешь. Ты не хочешь 10 раз отжиматься, что ли? Давай не отжиматься. Давай выпрыгнуть. Хочешь выпрыгнуть, поделать? Я не буду. А что, знаешь, что случилось? Эти ребята, они так прикалываются, не обращай внимания. А что случилось? Ты что-то вспомнил, грустное, что ли? А что, привет? Да никто не из-за этого что случилось. То, что кольцо дома на кольце, не то, что то, что распереживался, что 10 секунд, сколько продержался на голове, так даже смотри, какая штука. Вот Семен ходит год уже занимается. Артем занимается кикбоксингом и брейк-дансером там всяким тоже какое-то время, ну, может быть, больше года. Семен занимается, ну, тоже, вот уже долгое время. Зато ты смешился. Ты забыл, как слово называется, чтобы вырезается. Вы такие сказали, на ножницу подержи. На ножницу подержи. И он успокоился, да? Нет. Нет, не успокоился. Тут того бубуха об стенку меня. Нам ладно, парни, что? Артем, на ножницу. Все, парни. Все, успокоился? Нет. Ты из-за того, что ты... Блин, братан, погоди, Матвей, ну тебе 5 лет, так или нет? Нет, я уже... Погоди, 5 или нет? 5? Тебе сколько лет, Семен? 8. Ему 8. Сегодня. Тебе сколько лет? Сегодня 7. Ему 7. Он старше тебя на 2 года, да? Вот он старше тебя, цифра на 3 года. Тебе сколько лет, Семен? 12. Он старше тебя на 7 лет. Ты не то чтобы самый маленький, не по габаритам, не по силе. Маленький не значит слабый. Ты зря об этом думаешь. Да. Это не надо, потому что если бы я сказал, ну ты самый слабый, давай начинай первый. Нет. А я тебе такую штуку скажу, ну чтобы он немного отвлечь. Я тебе такую штуку скажу. Я несколько лет общался с ребятами, Артем, аккуратно. Я несколько лет общался с ребятами, где я был самый маленький и самый слабый, самый медленный, самый глупый. То есть там очень крутые ребята были. Я несколько лет общался с ними. Там так тяжело было. Там были такие взрослые ребята, которые как бы как папа взрослый. Знаешь, как они работают? Да. Они были только мне относились как к младшему брату. Но иногда ругались за то, что я тоже мог грустить. А я еще просто в этом месте, где был, мои мама и папа и родители были далеко. Все родные были далеко. Я был вообще в другом, практически в другой стране был. Это очень трудно. И тоже хотелось поплакать. Я читал, мне бабушка письмо присылала, это на бумажечке письмо писали, не как смс там или на компьютере, вот на листке бумаги. Мне бабушка присылала письмо, и я читал письмо, мне было очень грустно. Она говорила, что хорошо, все ждут, любят. Я плакал от того, что было очень грустно. Смеха? Нет, братан, там от смеха нет. Там, знаешь, вот, например, когда ты плачешь, Семен, да? Помнишь, от такие матери? Нет, ты, браток, плакал от того, что за другими родителями приходили, а ты плакал, что с тобой родители не приходят. А ты от грусти плакал, и я от грусти плакал. И Матвей расплакался от грусти. Теперь я от радости плачу. Да надо вообще, нет, плакать-то просто можно. Просто я твои носочки понюхаю. Плакать можно? Ладно, парень, давайте 50 раз отжиманий сделаем все быстро. Так,
7,50, 7,50 отжиманий, бегом. 7,50 отжиманий, бегом. Без колен. Матвей, надо потерпеть. Артем, 50 отжиманий, бегом. За силу. Все, за силу. Матвей, ты делай 5 раз по 10. Семен, Артем, 50 отжиманий, делай сам. Парни, 50 отжиманий. Матвей, делай, пожалуйста. Сейчас быстро сделаем, мы будем отдыхать, не переживайте. Это отжимания? 50 отжиманий, пожалуйста, сделали. Все быстро сделайте и все. Я думал, делать. Не хочешь делать? А что ты хочешь делать? Давай не отжимай, выпрыги будешь делать, чтобы ноги сильные были. Выпрыги будешь, давай 50 выпрыгов сделаем. Можно тоже. Тебе надо 50 ногами должны задержать. Матвей, сделай 50 выпрыгов, если хочешь. 30. И спокойно 50 раз выпрыгнешь. Устерочки не сделаешь. Я вначале сразу вот так вот пошу сразу. Я 10. У столба, давай, 50 выпрыгов. Ты красиво сколько сделаешь? 20. Прям четко красиво, ладно? Прям высоко, как потолку лети. 12. Давай. Уже 4. Хоп, молодец, только, Матвей, пальцы в дырки не суй, пожалуйста, ладно? Железо. Открывай. Все, делаю. Вам 50 отжиманий, парни. Сколько нам нужно отцепить? Тебе надо 50, 5 раз по 10. Не жди, чтобы добрый дядя все сделал за тебя. Умей с работой ладить, различный труд любя. Смотрите, как у мальчика. Дядя. Ну вот, надпись такая, раньше такие плакаты висели. То есть, смотрите, маленький, ну, ребенок учится готовить. Вот кто-то из вас умеет готовить? Да. Да. Понимаешь? Нет, это плохо. Вот смотри, какая надпись. Видишь? Не жди того, чтобы какой-то дядя пришел за тебя сделал. Умей трудиться самостоятельно. То есть, надо уметь кушать, готовить, надо уметь добывать еду. Это очень хорошо. Зачем мне готовить, кушать, если я тебя... Давай считать, а то и это... Нет, вам сначала 50 раз всем надо сделать, а потом считать. Я только 25 сделал. Нет, я последние 10 раз сделал. Не-не-не, вы сначала делаете 50 все, а потом... А я 50 уже доделал. Молодец, давай. Я только 28. Молодец. 10. Что хотела на ножку? Да 12 успокоюсь. Они для взрослых. 13. Да не успокоюсь. 14. Молодец. Выпускаем 16. Молодец. Ты иногда цифры пропускаешь, но это нормально. Да. 17. Да, сейчас? Какая цифра? 17. 17.37. Я мог еще вот тут покататься. Ну, поделай там пока. Только надо матику постелить. Давай, я одну стелить. Стой, давай. Сейчас тебе Семен поможет постелить мату, да. Молодец, бери, пожалуйста. Парни, подтянулись, бежим на турнике. Артем, обнуляется тебе, потому что ты с колен делаешь, ты обманываешь, так нельзя. Обнуляется, все заново делай, без колен. Все заново делай, стой, без колен. Стой, зачем? Матвей, не надо положить этих двух прекрасных... Семен, ты сделал? Нет. Быстренько да, отжимайся, Артем, давай отжимайся, братан. 45. Без колен. Артем, без колен. Артем, без колен делал. Ты на колено их делаешь, зачем ты обманываешь? Ты делал. Да. А надо вот так коленочки поднимать, да. А зачем ты на колени встаешь? Не надо. Практически правильно, но не очень. Вот самое правильное отжимание. Я тоже встал. Вот, коленками не касается. Все. Теперь на подтягивание, беги. Сергей Геннадьевич, на подтягивание. Теперь, да, Артем, доделай, пожалуйста, отжимание. А, Семен и Матвей... Ну, вспоминай, сколько цифра какая, и доделай. Семен и Матвей, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, подтягивай. Сергей Геннадьевич, а можно так вот? На высоком? Нет. На дугах? Да, на дугах. На дугах делай, ладно, там. Что, еще раз, 10, 9, 10, 9, 8, 7, до 1, 1 минута вниз, пожалуйста, делайте. В темпе, разнохватом. Так. Нет, братан, не обманывай. Делай отжимания. Высокие. Я сейчас посмотрю, как ты отжимаешься. Высокие считаются? Да, но только ногами на пол не надо. Ой, я не хочу. Терпи, Матвей. А сколько еще? Ну ты покажи, как ты отжимаешься, я посмотрю сейчас. Нет, грудью до пола, неправильно. Неправильно, грудью до пола. Вот так, смотри. Смотри как.
Ну да, тоже а смотри, пониже. Во-во-во-во-во-во-во. Сергей Геннадьевич, а что у вас смотрит? Вот так смотри. Так надо. Кстати, а вот не что вы вот так? А где тут маска? Вот так, который Дима поцарапал. В самом низу. Не вот так, смотри. Да, тот, который Дима, такой Дима. С этим. Да, а вот так. Ровненько, да, там ровненько, да. Вот так, ровненько. Артём, сделай еще 10 раз правильно. Сделай, пожалуйста. Руки широко не ставь, поставь руки повыше. Обмат. Обмат поцарапался, да. Так это же, по-моему, тот, об который еще Максим. Да, 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 еще когда Макс поцарапался, это эта же а тема, да. А можно мне магнезис помазаться? У меня руки скользят. Ты лучше хват, укрепи хват. Зачем тебе магнезис? Сейчас 9. Я вообще майку хочу. Да. А, ну ладно, женщины сейчас пока не снимаете футболку, ладно. Да. Только стоп, повесить ровно, повесить все красиво, ровно, не комкать. Не комкать, аккуратненько снимаем, не комкать. Пока на полу, Артем, сейчас заново будешь, без колен, пожалуйста. Без колен. Не надо на коленки. Все, парни, подтягивай, бегом. Все, делаем четко. Да. Артем, без колен, брат, ты обманываешь меня, я не люблю, когда меня обманывают. Без колен. Что? Что? Ну, сделай без колен 10 раз. Ровненько сделай. А вы знаете, то, что это я вот только что реально узнал, то, что есть упрощенный вид 180 градусов, это вот такой вот. Все, то есть, нет, сейчас, ой, вот так вот. И есть это обычный 180, хотя вот такого. Ну, перехват, да. Любое действие можно упростить и затруднить. Артем, опять ты на коленях, братан. 10. Я даже не отжимался. А надо отжиматься. А что ты не отжимаешься? Я надо отжиматься. Надо отжаться. Все, сделай быстро и все. И пойдешь с ребятами. Можно и потом снять майку. А сейчас он с пола, он уже не будет на полу находиться? Не-не-не, я про это говорю. Потом можно, когда на этом никак, можно снять потом. Можно, да. Все, Артем, ты отжимался? Ну опять ты на коленах, братан, ты сам себя обманываешь. Знаю. Ну а зачем обманывать? Не обманывай, пожалуйста. У меня 8. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. У меня 8. 8? Потом надо будет сделать тебе 7 раз. До 7 же умеешь считать? Вот так вот, стульчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потом надо будет сделать 6 раз. Нет, кстати, вы просто не слышно, но очень хорошо, кстати. И 2, и 1. Я буду к вам подходить, потому что я... Забываешь? А если что, смотри, Семен, он взрослый мальчик, ты можешь у него спросить, Семен, а сколько мне надо сделать? Ты будешь говорить цифру, он тебе подскажет, какую цифру сделать. Сергей Геннадьевич, а можно, другой Семен? Можно последние 3, 2 и 1 склепки сделать? Семен, ты сначала делай подтяги на высоком турнике первое, а потом мы поговорим о 3, 2 и 1. Сейчас сколько я забыл? Ты сделал 8, тебе надо сейчас делать 7. Артем, доделал? Все. О, здоров. Ты один, что ли? Нет, я понял, все. Все, проходи, заходи. Парни, поздоровайтесь и дальше продолжаем заниматься. Привет. Я 6. Сейчас, ребятишки, погодите. Вещи, не-не-не. Вон на эту рюкзачку не положи, да. 6, потом 5, потом 7. 7. 7, потом делай, сейчас 6 делай. 6? Да. Сейчас, ребят, погодите. 6. Все, кто пришел, ребятишки Журавлёва на разминку, лады? Помните, как надо делать? Я все. Сделал, все, Артем, можешь на турничку бежать. 10, 9, 8, 7, 6. Артем, брат, только без обмана, ладно? Да не надо, если он не хочет, зачем ему снимать? Вы захотели, вы сняли, зачем будете заставлять? Если он не хочет снимать, я тоже стараюсь не снимать футболку. А можно и носки снять? Носки нет, брат. Я еще не братан, в носках надо обязательно быть. Сейчас 6, да? 6, да. А вдруг у тебя ноги грязные? Нет, вдруг он какую-нибудь пылинку поймает на ноги. А зачем это надо? Пылинка, мусорин какая-нибудь. Вдруг кузнечик укусит. А вы, кстати, вы в курсе, что одежда защищает от насекомых? Да. Вот вы сейчас сделали себя беззащитными по отношению к насекомым. Артем, неправильно. Семен, покажи, пожалуйста, своему братишке Артему, как надо правильно подтягиваться. Смотри. Артем, подтягиваться туда, иди, где Семен, там Артем, же будешь подтягиваться. Смотри, не вот так, наверное, как ты подтягиваешься. Сначала вы делаете 10 выпрыгов, пойдем температуру померяем. Вы 10 выпрыгов сделали? Потом начинаете делать горка-падинка.
Вот такое вот упражнение. Раз. Так до 10 раз. Сделал? Сейчас 3, 2, 1. 6, теперь 5 надо делать. По поводу скрюпок. 5, 6. Ты сначала смотри, ты сначала 3. Попробуй сделать 3. Теперь 5. Выход на 2. Теперь 5. Теперь 5, да, иди беги, делай. 2 попробуй сделать, один на одной руке и один на другой руке подтянуться, либо в полторы руки подтянуться. А, понял. А один, ну попробуй какой-нибудь выход силы сделать, прям ровненько, четко. Ну давай, отожми 10 раз, пожалуйста. У нас же Google здесь не подключен. Точно. Молодец. Так, фамилия, имя, отчество, громко. Семен Владимирович. Семен Владимирович, как твое, братан, самочувствие? Хорошо. На улице жарище, да? Желаю хорошей тренировки. Я 6. Теперь 5. Теперь 5? Да. Чего? А потом сколько? Братишка. А потом 4. Сергей Геннадьевич, первый. А после 4 сколько? 5. Перед 4. Теперь 5? Да, иди 5 делай. Перед 4 какая цифра? Перед 4. 3. Не, это после. 3. А перед 3 какая цифра? 2. Перед 3. А перед 2 какая цифра? 1. Да? Перед — это значит вот перед ним. А после — это значит следующее. Фамилия, имя, отчество, громко, отчетливо. Степан Журавлев Владимирович. Степан Журавлев Владимирович, я очень рад. Степан Владимирович, как самочувствие? Желаю хороших тренировок. А где матушка, парни? Где мама? Я пять. Теперь 4. 4? Да. 4 разика. 1, 2, 3, 4. А потом сколько? А потом 3. Сейчас давай. Вот. 4. 4. Молодец. А потом 3? Потом 3, да. Молодец. И склепочка. Выход силы идеальный. Идеальный надо. Ну пробуйте. 3, потом 2, потом 1. Семен, не балуй. Нет, сейчас сколько? Сейчас 4 ты делаешь, Матвей. 1. Мне надо, чтобы ты сделал выход на 2. Как же так, да? Артем! Артем, я за тобой наблюдаю, ты пока ни одного подтягивания. Теперь 3 делай. Артем, ты пока... Ты пока, братан, ни одного подтягивания один. Правильного не сделал. Правильно, я правильно. Я уже один сделал. Один сделал, теперь надо 2 сделать и провисеть, минуту провисеть. Выход. Давай, показывай выход на 2. Сейчас. Стараются, да, ребята, делать? Стараются, вы тоже стараетесь. А, Семен, видел. Семен, Степан, по 10 раз делайте. 20 не надо, по 10 раз, ладно? Матвей сделал. Артем, ты пока ни разу не подтянулся. Теперь ты и ты вис минута провисеть. Сколько? Минута. Да. Артем, ты пока ни разу правильно не сделал. Но надо сделать. Семен, помоги братишке подтянуться. Что-то ему трудно дается. Давай, братишка, пробуй. Мама, мама. Что, забыла мама что-то? Что забыла? Баночку с магнезией? Да. Это бывает, не переживай. Если что, с тобой ребята поделятся. И не взяла. Так, я 3 сделал, сейчас 2. Спасибо, что не взвешил. С тобой поделятся, не переживайте. По 10 раз, потом также мостик по 10 раз, да, и переходим на подтягивание, ладно? Семен, Степан, нормально все? Я тут просто плакаты вешаю. Артем, терпи. Матвей, бегом, беги быстрее. Я тут братишки... Братишки магнезии подогнали? Да. Да красавчики. А другие братишки без магнезии. Артем, подтягиваться. Ты подтянулся? Да, сейчас минут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Посмотрим, что дальше. 10, 13, 14, 19, 19, 22, 26, 20, 20. Семен, Степан, встаньте вот на этот зеленый пол. Я 20, 100. 20, 100? Тебе надо еще 30, 20 сделать. 30, 20. Иди у ребят спроси, пусть скажут.
20-100 сделать, у нас 30-20 получится по-любому делать. 20-100? Да. 120-200. Быстренько сделайте. Молодцы, красавчики, молодцы. Для вас сегодня будет укороченная разминка на подтягивание, да, пойдете после этого? Я тихо принесу. Один, на самом деле. Два, три, какой? Три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 17, 13, 14, 16, нормально. Ты, короче, всегда 15 пропускаешь. 26, он цифру 15 постоянно пропускает. 20, 100. Сделал? Семен, а ты слышал? Я 20-100. Вот, ты слышал? Матвей 20-100 сделал. Это как так, цифра какая 20-100? Это много? 2 минуты он сделал. Это много 20-100. 120. 120? Потому что ты что, братан, верим. Так, ребятишки. Я не вру. Мы слышали, как ты посчитал 14, точно. 14, 16, 20-100. Нормально посчитал. Так, сделали? Я не вру никогда. А зачем брать-то? Вам смотрите. А зачем? Это же неприятно другому. Конечно, брать можно врага обмануть. Но мы же здесь и братва, мы же не враги. Смотри, тебе и тебе надо сделать 10. А тут у нас обманывают. Не обманывают, нехорошо. Ой, простите. Тебе и тебе надо сделать 10 выпрыгов. А что мы сейчас? Сейчас, секунду. А что мне тебе делать? Сейчас, секундочку. Можно я попью воды? Попить и мыть в туалет 5 минут. Не-не, у стены, 10, у стены. А можно я потом на... Алло. Матвей, сейчас, секунду, погоди. Сергей Сергеевич. Слава Богу. Да, все путем в зале. А можно я подкреплюсь? Сейчас, секунду, что говоришь, Матвей? Можно подкрепиться. Подкрепиться? Сейчас, секундочку, потерпи, я сейчас поговорю. Попей водичку. Этот, Серый, все, ты освободился? Че, планы там какие? Ага. Он один без бати? С батяней? Все, я понял. Я понял. Все, добро. Ну там это, я тебе могу сказать, что там также ситуация, там вообще жесть. Я вчера опять Андрюша, я реально серый плыл ночью. Свет отрубили, прикинь, света не было. До сих пор, я не знаю, его включили, нет, не было света просто. Там вообще жопа была. Ночью что-то бурили. Это серый, братан, это реально даже представить невозможно. Вода поднялась до первого этажа в подъезде. До первого. Там Андрюху я ночью встретил, он этот угорал. У вас тоже, что ли, поднялась она или что? Да нет, у нас не поднялась, но я знаю, что это такое. Там, говорят, этот, эти затопило. Как он? Не лазурно, как же он? Где бык? На быке там, в общем, что-то заток какой-то. Вообще, какая ситуация дикая. Все. Это, Серый, братан, я здесь в зале, у Семена сегодня день рождения. Семен, Суханов, иди сюда. Парни, сейчас, секундочку, вы попили, передохнули? Сейчас, секунду, Матвей, погоди, сейчас Сергей Сергеевич Семену скажет. Скажи ему, алло. Алло, Сергей. Сергей Сергеевич. Он тебя слушает, Серый. Сергей Сергеевич так голос Спасибо. Дрожит. Ты слышишь, он с такой трепетом тебе, он так голос дрожит, как младшему брату тебе, да? Спасибо. Пожалуйста. Парни, до свидания. Парни, всем хорошей тренировки от Сергея Сергеевича. Сейчас, Матвей, погоди. Ага. На стол залезешь пока. Серый, все, в общем, я все здесь организовал, все путем. Подтягивание. Да, если что, положи, пожалуйста, еще 50 рублей. Мне кажется, не хватит этой суммы. Получится тебе еще... Да. Красавчик, я тут тоже клею. Ну, все, увидишь, все. Все, придешь, посмотришь. Все, посмотришь. Ребятня, готовьтесь за Семеном след на стол штурмовать. Все, Серый, У тебя в ночь, да, завтра смена? Если вода не спадет,
Братан, лучше не заезжать, если вода не спасет, там жопа. Все, лады. Все, бате Денечку большой привет, хороших трудов и до встречи. Ребятня, всем штурмовать столб. Залез? Погоди секунду, матрасы. Да. Матрасы, погоди.